В ближайшие 3 дня в нашем районе пройдут масштабные торжества, посвященные сразу 2 знаменательным датам – 155-летию основания Белореченска и 40-летию Белореченского химического завода. Особенное внимание получат и труженики сельского хозяйства, чествование которых состоится на празднике урожая сегодня в городском парке. Наши корреспонденты постараются запечатлеть атмосферу праздничных мероприятий и рассказать о наиболее ярких моментах в следующих выпусках. А сегодня мы предлагаем нашим телезрителям фильм, подготовленный ко дню рождения Белореченска. Белореченск – один из красивейших уголков Краснодарского края. Как и любой город, он имеет свою богатую историю, добрые традиции, большие планы на будущее. Расположившись на берегу реки Белой, он неповторим в своем внешнем обличии и внутреннем содержании. Здесь гармонично существуют исторические постройки и современные архитектурные объекты. Несмотря на свои 155 лет, Белореченск – довольно молодой и развивающийся город. С каждым днем он растет и преображается. Возводятся новые жилые многоэтажные дома, открываются предприятия, строятся современные дороги и мосты, появляются детские сады и спортивные сооружения. Жизнь белореченцев становится комфортной. Наша уверенность в будущем основывается на достойном прошлом. Неотъемлемой частью истории нашего города стал Белореченский химический завод. Что такое завод? Завод – это люди, совместный труд которых заставляет работать весь этот гигант промышленности в едином ритме. Каждый завод живет своей особенной жизнью, но в любом трудовом коллективе есть то, что роднит – причастность к одной большой семье, возможность профессионального и карьерного роста, гордость за родное предприятие. Свою историю Еврахим Белореченский имени удобрения ведет с 1971 года, когда было принято решение о строительстве завода. Весна 1973 года стала начальной точкой возведения сложнейших объектов химзавода. 9 июля 1977 года с подъездных путей предприятия были отправлены первые сотни тонн серной кислоты. Сегодня Еврахим БМУ – это предприятие с огромными возможностями и перспективами. Его новейшая история ведет летоисчисление с 2002 года. Именно тогда завод стал частью компании Еврахим. В настоящее время Еврахим Белореченский Минудобрение – это одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе по производству фосфорных сложных минеральных удобрений. Выработка минеральных удобрений на белореченском производстве Еврахима в 2016 году составила более 600 тысяч тонн амафоса и сульфоамафоса. Более 1500 сотрудников работают на заводе. Каждый день для заводчан – это череда перемен, и перемен только к лучшему. Деятельность предприятия строится на соблюдении принципов качества, охраны труда, экологической и промышленной безопасности. В основу производства заложены требования международных стандартов. Как итог работы – продукция, которая непрерывно выходит из ворот предприятия и отправляется поставщикам. Застоя в работе промышленного предприятия быть не должно. Именно поэтому команда Еврахим БМУ серьезно подходит к организации производственного процесса, технического и технологического переоснащения цехов. Впервые за долгие годы на заводе началось строительство нового цеха. Возводится узел по производству водорастворимых удобрений производительностью 50 тысяч тонн продукции в год. Новое производство займется выпуском расширенного ассортимента удобрений, содержащих азот, фосфор, калий, а также микроэлементы, которые усваиваются растениями значительно быстрее и лучше, чем обычные соли. В ближайшие планы руководства завода входит реконструкция сернокислотного цеха с увеличением мощности производства до 1 миллиона 300 тысяч тонн, строительство новых цехов экстракционно-фосфорной кислоты производительностью до 300 тысяч тонн и сложных минеральных удобрений производительностью до 500 тысяч тонн. Что можно сказать сегодня о компании «Еврахим»? Это огромный холдинг, который сегодня внедряет большие проекты, ну, наверное,
одни из самых крупных, наверное, не только во всей нашей России, но и в мире. В этом году исполняется 16 лет компании «Еврохим», 40 лет исполняется нашему прекрасному химзаводу. В этом году исполняется 155 лет Белорецкому району. Поэтому, дорогие заводчане, дорогие жители Белорецкого района, я от всей души хочу вас поздравить с этим прекрасным праздником, пожелать всего самого наилучшего, самое главное – здоровья, счастья, благополучия, чтобы вы с удовольствием ходили на работу, чтобы вы с удовольствием жили на земле нашего прекрасного Белорецкого района, были счастливы и рады. Еврохим БМУ перешагнул очередной рубеж, с честью выдержав испытание временем. Впереди у предприятия и трудового коллектива большие планы. Благодаря слаженной работе заводчан оно обеспечило себе задел на годы вперед. Рядом с опытными наставниками в цехах трудится грамотная, заинтересованная молодежь. А это значит, от них зависит будущее завода. Когда-то завод изменил этот город, и все эти годы Белореченск и Еврохим БМУ росли и развивались вместе. История продолжается. Дорогие белореченцы, жители Белореченского района, города, 155 лет со дня образования станицы Белореченской, в свое время казаки пришли сюда, организовали фортпост, и за это время станица преобразовалась в город. У нас появился хороший район, хорошие населенные пункты, хорошие люди. Со временем было принято решение и построили флагман химической промышленности Кубани. Химзавод был краснодарский, теперь белореченский. Благодаря этому, конечно, город стал похож на город, появились многоэтажки, инженерные сети, детские сады, школы. Благодаря этому район из сельского района превратился в промышленный в том числе. У нас появился рабочий класс, труженьки села, интеллигенция. И мы отмечаем не только 155 лет со дня образования станицы Белореченской, но и 40 лет со дня выпуска первой продукции Белореченским химзаводом, ну тогда краснодарским. И, конечно, сегодня мы вспоминаем тех, кто обустраивал наш город и район, тех, кто строил химзавод. Это была всесоюзная ударная комсомольская стройка. И здесь осело много семей, строителей, тех, кто потом эксплуатировал, запускал завод. Но самая главная ценность нашего города и района – это его люди. Это и ветераны, это и молодежь наша, это и прекрасные наши женщины, и достойные мужчины. И за последние годы у нас порядка 20 новых производств появилось. И в дальнейшем мы будем строить новые, создавать новые рабочие места, новые производства. И территория у нас уникальная. Мы предгорье, мы рядом с морем, рядом с горами. И у нас есть и лес, и равнина, и река. Я хочу поздравить вас с этим праздником. Это знаковый, замечательный, красивый праздник. Каждый человек должен уметь и хорошо работать, и хорошо отдыхать, и радоваться друг другу, радоваться жизни. Человек рождается для того, чтобы жить и радоваться. У нас хорошая природа, у нас хорошие люди, у нас хороший город, хороший район. И я хочу пожелать вам, в первую очередь, это крепкого здоровья. Жить как можно дольше, чувствовать себя счастливыми людьми, как можно дольше не терять родных и близких. Остальное все мы в состоянии строить, созидать, выгребать, очищать и улучшать, и создавать комфортные условия для нашего совместного проживания. С днем рождения, любимый город, с днем рождения наш район, с днем рождения наше любимое тоже предприятие, Белорецкий химзавод. Всем здравия на многие и долгие лета. В эти праздничные дни я хочу поздравить жителей и гостей нашего города с
со знаменательным праздником, 155-летием со дня образования города Белореченска. Я поздравляю наших ветеранов, дедушек и бабушек. Это они строили, поднимали наш город. Я поздравляю наших маленьких малышей, за ними будущее нашего района. Я поздравляю всех тех, кто сегодня работает на предприятиях и вносит свой вклад в развитие нашего Белореченска. Всего лишь 10 лет назад, буквально как вчера, мы открывали с вами стадион на реке Белой, многоквартирный дом на улице Лазурной, первый ФАП в поселке Дружном. Белореченский район динамично развивается, и за эти годы мы открыли мосты, открыли врачебные офисы общей практики, тепличные комплексы, многоквартирные дома, дворец спорта и детские сады. И вот сегодня мы открываем еще один детский сад. Малыши туда пойдут, скорее всего, с 1 октября. Мамы пойдут на работу, и мы этим самым закрываем нашу многочисленную очередь. Еще раз от всей души я хочу поздравить всех белореченцев с днем рождения нашего города. А пожелать хочу того, что нельзя потрогать. Счастья, любви, добра и удачи в каждом вашем доме. С днем рождения, город! С днем рождения, жители! Дорогие белореченцы, поздравляю вас с очередной годовщиной нашего любимого города. Ему уже 155 лет. Его населяли разные люди, вносили свой вклад в его развитие. Раньше это была станица, сегодня это молодой, современный город. Мы надеемся с большим будущим. И мы должны быть достойны наших предков, которые построили дома, построили предприятия, сделали его комфортным для проживания. И должны положить все свои силы, чтобы и дальше этот город становился красивее, удобный для жизни, чтобы наша молодежь не уезжала, а видела свое будущее, связывала свое будущее с родным городом. Дорогие белореченцы, я желаю вам здоровья, счастья, благополучия вашим семьям. С праздником вас! С днем города! Это большой праздник для нас, пенсионеров, бывших работников химзавода. Потому что химзавод для нас – это наша юность, зрелость и моральная и материальная поддержка в старости. На учете ветеранской организации состоит на сегодняшний день 736 человек. На 200 человек меньше, чем на предприятии. Организация не маленькая, но благодаря материально-финансовой поддержке предприятия Совет ветеранов проводит большую работу. Успехи предприятия также благотворно влияют на развитие города. Сегодня наш Белореченск – один из красивейших городов края. Дорогие заводчане, я поздравляю всех пенсионеров, работников Еврахим БМУ и жителей города с 40-летием завода, с Днем Еврахима, юбилеем города и желаю всем здоровья, благополучия и мира. Дорогие белореченцы, накануне дня района, города и дня химика хотелось бы вас поздравить с этим прекрасным праздником. Поздравляю ветеранов наших, которые вложили определенный вклад в строительство нашего города. И сегодня мы видим огромные изменения в облике нашего родного Белореченска. Вспоминая те дни, когда мы начинали строить Краснодарский химический завод, это что-то такое, ну, сегодня невозможно объяснить, сравнивая сегодняшнее и с теми моментами, когда тут наш город был разрыт, строительство домов, строительство школ, строительство детских садиков. В преддверии этого праздника хотелось бы мне поздравить вас с этим замечательным праздником. Я вас приглашаю на этот праздник. У нас всегда это мероприятие проходит многолюдно, на площади. Приходите. И еще раз поздравляю. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях и всего наилучшего. Сегодня наш город богат талантливыми, инициативными, трудолюбивыми людьми, умеющими работать и идущими в ногу со временем. И это мы с вами, белореченцы. От всей души
Поздравляю всех вас с Днем города. Желаю вам мира, добра, благополучия и, конечно же, успехов в больших и малых делах. С праздником, дорогие друзья! Я хотела бы пожелать в юбилей города Белореченска городу процветания, доброжелательных жителей, чтобы все были культурными, вежливыми, были заботливыми и все самое хорошее. Хочу поздравить всех жителей нашего замечательного, любимого города Белореченска. Пожелать им от всей души, чтобы они радовались каждому дню, прожитому в нашем замечательном городе. Любили его, делали все для благополучия, и чтобы им жилось здесь комфортно. Я росла и живу в этом городе очень много лет. Родилась в этом городе. И растут мои дети, растут мои внуки. Я хочу, чтобы мой город всегда был красивым, цветущим и радостным. Скоро у нашего города будет день рождения. Я хочу наш город поздравить с праздником, чтобы все мы были в нем счастливы и прекрасно все было. Днем города, любимый Белореченск, процветай и расти. И пусть вместе с тобой растет число счастливых белореченцев. Пусть реализуются самые масштабные проекты и открываются новые учреждения культуры. Замечательный наш город. Со 155-летием тебя. Добра, счастья, здоровья и побольше доброты, самое главное, духовного благополучия и доброты побольше, чтобы люди добрее друг к другу относились. Я от всего сердца, от всей души поздравляю всех жителей города Белореченска с праздником. Желаю счастья, здоровья, радости, любви, всего самого доброго, светлого и чистого. У нас самый замечательный город. Я поздравляю всех наших белореченцев с этим замечательным праздником. Ко дню города хочется пожелать, чтобы погода не испортилась и чтобы вот это летнее настроение у людей не пропало. А так, я думаю, все будет хорошо. Поздравляем город Белореченск с его праздником, Днем города. Желаем ему дальнейшего развития, чтобы больше было детских площадок, удобных для деток, помимо этого парка. Поздравляю вас с Днем города. Желаю вам, чтобы город процветал, жил, был счастливым, чтобы небо всегда было чистое, ясное, никогда войны не было. Удачи вам! Я люблю наш прекрасный город Белореченск. Пусть он с каждым годом процветает и становится лучше. С праздником! Я как приезжий гость города очень рад приехать и на День города Белореченска. И всех гостей и жителей Белореченска поздравляю вас с огромным большим праздником. Желаю вам всего хорошего и прекрасного настроения и радости. Мне хочется от души поздравить всех с этим праздником. Город должен процветать, быть еще лучше. Это зависит все от нас. С праздником, дорогие белореченцы! Дорогие белореченцы, поздравляем вас с большим нашим праздником. Желаем вам всего хорошего, светлого неба, чтобы никогда у нас не было бед. Дорогие белореченцы, казаки и казачки, от всей души поздравляю вас со 155-летием образования станицы Белореченской. Желаю всем крепкого здоровья, мира в душе, удачи, всего наилучшего. Дорогие мои земляки, белореченцы, гости нашего города и района, я хочу поздравить вас сегодня с праздником, с Днем города. Наш город небольшой, но такой уютный и красивый. Хочется пожелать всем-всем нашим людям здоровья, благоденствия, радости и всего хорошего.